Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Жюль Александр Грюн. Академический французский художник, афишист, иллюстратор во время прекрасной эпохи. Родился в Париже в 1868 году. Работал в крупной типографии в Париже, где его художественным руководителем был Жюль Шере. Я пользуюсь Википедией. Его учителями были Жак-Батист Лавастр, известный театральный декоратор Парижской оперы, и Антуан Гиме, известный художник-пейзажист. Грин жил в районе художников в Париже, продавал свои иллюстрации и сатирические рисунки журналам, чтобы заработать себе на жизнь. Он сотрудничал с различными журналами. Художник любил рисовать портреты, натюрморты и парижские уличные сцены. Помимо этого, он также очень успешно занимался дизайном интерьеров, декораций и декораций для театров и кабаре. В 1892 году Жюль Александр Грюн начал свою карьеру плаката, получив множество заказов на изготовление плакатов для самых известных выставок, в том числе для Мулен Руж, Ле Карильон или Трета де Табарин. Его яркие цветные плакаты выдержали жесткую конкуренцию с самым известным и плодовитым художником-плакатистом того времени Жюлем Шере. Всего его работы насчитывает около 2000 плакатов, которые он в основном разработал в своей парижской студии на бульваре Бертье. Грин выставлялся в салоне французских художников в Париже в 1887 году, а позже был включен в состав жюри комитета. Он был удостоен звания рыцаря почетного легиона, а также награжден французским орденом за заслуги перед сельским хозяйством. Самая известная картина Грина – «Конец ужина». Она была создана в 1911 году. Однако в первую очередь художник славился плакатной живописью и журнальными иллюстрациями. Умер от болезни Паркинсона 15 февраля 1938 года в возрасте 69 лет. Похоронен на кладбище Пер-Лашез. Вот так вкратце из переводной Википедии о французском академическом художнике, афишисте, иллюстраторе во время прекрасной эпохи Жюль Александр Грюн. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.